Обстановка на внешних рубежах СНГ, неспокойное государством Содружества, нужно расширять сотрудничество в военной сфере и прежде всего, чтобы не допустить терроризма на постсоветском пространстве. Об этом рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня министр встретился со своими коллегами из государств СНГ. Если говорить о нашем сотрудничестве и плане сотрудничества на 2016 год, он достаточно насыщенный. Я думаю, что там есть еще потенциал для роста и для развития. И, конечно, мы сделаем все для того, чтобы наши дружеские и стратегическое партнерство, наши связи продолжали развиваться. Шойгу назвал одним из главных направлений сотрудничества образование. По его словам, в этом году более 200 военных из Армении пройдут обучение в российских вузах. Добрые отношения Минобороны поддерживает и с Азербайджаном. Генерал армии обсудил с коллегой из Баку поддержание безопасности в Закавказье и на Каспии.